Генпрокуратура и СБУ не должны заниматься вопросами бизнеса. Об этом премьер Владимир Гройсман заявил на инвестиционной конференции в Киеве. Чтобы предприниматели почувствовали себя защищенными, Гройсман обещает заменить систему жесткого прессинга на разумную регуляцию. Премьер напомнил, что накануне была создана спецкомиссия, которая будет рассматривать все случаи давления на инвесторов. Он также заявил, что готов поддержать любые бизнес-инициативы, которые не несут коррупционных рисков. На цей рік ми плануємо покращити в тому числі і законодавчу базу. Ми сформували спільно з парламентом 35 законодавчих ініціатив, з яких дві вже ухвалені в парламенті. Вони так чи інакше будуть впливати на покращення бізнес-клімату. Для нас дуже важливо, щоб інвестиції, які приходять в Україну, відчували себе захищеними, а клімат дозволяв максимально ефективно використовувати цей ресурс всередині країни.